сейчас будут принципы, фундамент, залог успеха. Блажен муж, который не ходит на совет нечестив. Скажи, не ходит. Первое, он не ходит куда. Второе, не стоит на пути грешных. Ты не стоит. Он не стоит на пути грешных. Третье, и не сидит. Собрание развратили. Ты не сидит. Теперь повтори три фразы. Не ходит, не стоит, не сидит. Еще задолго до того, как ты начал двигаться, ты должен выставить свои принципы и приоритеты, границы. Если тебе кажется, что ты с этим впоследствии разберешься, то ты заблуждаешься. Да, дальше будет намного сложнее. Потому что в движении вперед тебя уже долго должно охранять что-то. Тебя уже конкретно должно охранять что-то. Когда ты движешься вперед, тебя уже должно охранять что-то. Ты не можешь сесть и потом на ходу придумать, что мне делать. Положить завет со своими глазами, чтобы не смотреть на грязь. Сердцем, чтобы не помышлять о злом. И руками, чтобы не прикасаться к нечистоте. Это твоя охрана и твоя страховка на долгое служение и существование. Еще задолго до того, как ты начал жить, ты должен выставить свои принципы и приоритеты. Границы. Положить завет со своими глазами, чтобы не смотреть на грязь, сердцем, чтобы не помышлять о злом, и руками, чтобы не прикасаться к нечистоте. Это твоя охрана и твоя страховка, долгое служение и существование. Элементы, которых нужно держаться подальше: цибролюбие, жажда власти, также притяжением к противоположному полу, обжорству, пристрастие к плотским удовольствиям, алкогольным, наркотическим, никотинным, разным, список можно продолжать, просто вы изменили. Мы можем отнекиваться, но статистика вещь упрямая. Она говорит, что именно вышеупомянутые вещи уничтожили и остановили одни из самых великих помазанников Божьих. Дорогие мои, никогда люди принципа не были позорны. Никогда никто из них не облажался, перевод мой. Дорогие мои, никто из них никогда не влез, не влип в позор и никогда не отошел в каком-то небытие. Все они, именно эти люди были отмечены как самые великие победители до конца жизни и ушли в чине, в погонах, в славе. Мы с вами удивляемся, почему перевелись помазанники вот такие. Спрашиваемся, задаем вопрос, где те, которые ходят по воде? Знаете, что я вам скажу? Помазание не перевелось. Почитайте Божьих генералов, у них такие были вещи. Знаете, что перевелось? Перевелись принципы. Церковь постепенно отошла от того, что ограждает свое помазание. И поэтому, Соломон, у тебя голова большая, но сердечко у тебя и тусклое, и поганое. Перестань бегать по конференциям. Перестань бегать, просто перестань носиться, перестань просто гоняться за кем-то, чтобы кто-то дал тебе. Ты не представляешь все, что Бог хочет поместить в тебя. Ты единственный, который можешь это сделать. Поставь приоритеты, начни жить по принципам, и ты увидишь, как Бог соберет вокруг тебя именно таких. Сильные собираются с сильными. Подлецы всегда собираются с подлецами. Хочешь ты того или нет, если у тебя есть мечта стать великим человеком, эта мечта должна быть у каждого. В Царстве Божьем тебе придется выстроить границы и поставить приоритет. Положи завет со своими глазами, чтобы не смотреть на грязь. Сердцем, чтобы не помышлять о злом. И положи завет с руками, чтобы не прикасаться к нечистоте. Это твоя охрана и твоя страховка на долгое служение и существование. Воздайте славу Богу.